Сколько я себя помню, я живу в Крылатском. Обожаю этот район так же сильно, как люблю свою Таню. Сегодня у нее день рождения, и я попытаюсь самым тупейшим образом его испортить. Проведу ее по нашим любимым местам и посмотрим, насколько она их помнит и сможет ли угадать. Сань! Ну ты все настроил, давай, поснимай только, чтобы она не заметила. Вопрос. Где мы гуляли с кроликом, которого я тебе подарил? Там, на полянке. Да. А и что там сейчас? Фонтан. Фонтан? Да. Да. Мокро. Что сейчас на месте заброшенной стройки? Ну, помнишь, где мы лазили в четвертом классе? А, это игра такая? Да. Ну, конечно, там бассейн. К экзаменам где готовились, помнишь? Где Марья Петровна нам помогала? Да. Где наше кафе? Да. Точно, пошли. Библиотека. Пойдем. А там и Сашка? Где? Не-не-не. Помнишь, где мы с тобой закопали клад? Конечно. Где? Там парк сейчас. Да. Там туда? Отлично. Сереж, точно здесь. Последний вопрос моего офигительного, самого лучшего квеста на Земле. Ты серьезно, что ли? Да! I must have done something good to deserve you. I'm not superstitious. Саша, да? Думаю, что на этот раз точно он.